Всем привет! Вы на канале вязания, я Светлана. Сегодня покажу вот такой вам узор. Очень хорошо смотрится он на любых изделиях, но замечательно из такой пряжи вяжется. Это мохер, альпака, кашемир. Но мне с этой пряжи больше всего нравится. Я вот образец связала вам с альпаки. Это лицевая сторона. А это изнаночная. Узор легкий. Здесь раппорт узора 4 петли и 4 ряда. Но оригинальный. Правда, в изделиях вообще замечательный. Так, начинаем вязать. Набираем кратное 4 плюс 2 кромочные петли. Набираем петли удобным для вас способом. Можете на одну или на две спицы. Я набираю на одну. Так, я наберу сейчас кратное 4 умножить 16 петель и плюс 2 18. Так, набрала петли. Теперь провяжем вспомогательный ряд. Будем вязать резинкой 1 на 1. Первую кромочную снимаем. Так. Затем лицевая, следующая изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Последняя кромочная петля. Следующий ряд. Это у нас будет первый ряд. Кромочную снимаем. Теперь смотрите, вот где у нас лицевая. Мы вяжем таким образом. Вот за заднюю стенку один раз провязали, но не снимаем. Накид, и опять же за заднюю стенку провязываем третью петлю. А теперь только снимаем. То есть с одной петли 3 петли получилось. Следующая петля у нас идет. Изнаночная, лицевая и изнаночная. Эти три петельки мы провязываем все три одной изнаночной. Так, следующая петля. Вот лицевая, да, мы провязали за заднюю стенку. Лицевая, накид. И опять лицевая. Из одной 3. Теперь следующие 3 петельки мы провязываем изнаночной. Опять из одной лицевой провязываем 3. А следующие 3 петли провязываем изнаночной. И так повторяем. Так, и последняя кромочная. Так, изнаночная. Так, мы провязали первый ряд. Второй ряд вяжем все петельки изнаночные. Первую снимаете. И все петли изнаночные. Так будете вязать второй ряд и все четные ряды. Так, последняя кромочная, изнаночная. Вот у нас, где было 3 петли, из одной мы 3 вывязывали. Теперь мы их провязываем, то есть вяжем в шахматном порядке. Где было вот 3 из одной мы вывязывали,
Мы их провязываем одной изнаночной. Там, где вот видно даже, 3 одной провязывали, мы провязываем, смотрите, из одной 3, то есть провязали накид и опять провязываем. Точно так, как первый ряд, только в шахматном порядке. Вот. Теперь следующие 3, которые мы провязали с одной, мы провязываем одной изнаночной. Дальше, где мы вот одна петля провязывалась 3 одной, мы теперь вяжем из одной 3, наоборот, за заднюю стенку. Одна лицевая, накид и одна лицевая. И так повторяем. Четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем так же, как и второй, и как все четные изнаночные петли. Первый снимаете, и все петельки провязываются изнаночными. Так, провязали. Теперь рисунок повторяется с 1 по 4 ряд. Сейчас самостоятельно провяжем, а потом посмотрим, что у нас получилось. Так, я провязала несколько рядов. Вот смотрите, как все красиво смотрится. Все. На этом все. Спасибо, что заходите на мой канал. Благодарю за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. До свидания.